Вы на канале Николь и Алисы. Сегодня мы будем открывать очень классную штуку, но перед этим мы хотим вам рассказать страшную историю. Страшную, страшную. Вот этот набор, Miss Shop, парфюмерный наборчик, мы давно к нему приглядывались, но уж больно он был, по цене кусался. И на рождественских скидках, увидев его, по цене в 5 раз дешевле, мы просто как оголделы схватили коробку. Коробка оказалась последней в магазине. На ней вот здесь было закрыто листиком формат А4. И написано «скидка», «большая скидка». Почти 80% скидки было. В общем, мы взяли эту коробочку. И уже дома, спустя какое-то время, когда делали большое яйцо, сюрприз, мы обнаружили, почему оказалась такая большая скидка. Вот здесь в чемоданчике должны были быть бутылочки с ароматами. Вот такие вот бутылочки, как вот здесь. И с губками такими. Да, да, флакончики, которые смешивались для того, чтобы получались, можно было сделать свои духи. И мы опечалились. Ну, ненадолго, на какое-то время. Потом мы вспомнили, что, как всегда, у мамы есть какие-то запасы чего-то интересного, нужного и полезного. И мы вышли из ситуации очень легко и быстро. У мамы в загашничке оказались вот такие аромамасла. Мира, бергамота, ванилька. Вот это очень вкусно пахнет. И белый мох. Вот из этих 4 компонентов мы будем пробовать делать свои духи. Все очень вкусно пахнет. Отличненько. Распаковываем. В этой жизни нет безвыходных ситуаций. Всегда можно что-то придумать. Главное подходить ко всему творчески. Да. Ну, начинаем. Ну что, открываем, девчонки? Итак, мы достаем. Первая часть – это сам чемоданчик парфюмера с отсутствующим. Мне вот только любопытно, каким образом. Это ж надо было так постараться. Все распаковать, достать эти маленькие флакончики с просто с ароматной водичкой. Вот кому-то они очень понадобились. Наверное, очень надо было. Так, сейчас раскрутим. Как всегда, все здесь так запутано, закручено. Кручу, верчу. Запутать хочу. Слушай, а как же ее, интересно, открыли? А вот так чемоданчик, наверное, был взломан. Это сама куколка. Это такой флакончик духов, который... Здесь в коробочке, на коробке нарисовано, что их несколько персонажей. И нам досталась куколка, флакончик под именем... Одну минуту. Папа, я попробую дом. Али. Али. Папа. Али, да. Али. Есть еще Блонди. Бывает. Бывает Ники. Мэй. Росси. И Лили бывает. Ну да, они, наверное, все с разными запахами, скорее всего. Нет, они просто разные. А, да, внутри их, правильно ты говоришь, внутри разные запахи. И здесь как раз пишется, что у нас было. А у нас входили такие ароматы Rock Me, Call Me Bella и Coral Wow. Ну, мы никогда не узнаем, как они пахли. Если хотя кто-то покупал такой набор с такой девочкой, напишите нам, пожалуйста, расскажите, на что похожи эти запахи под таким названием. Итак, мы приступаем. Я надеюсь, что остальные детали, они тоже там присутствуют. Вот такой красивый чемоданчик в зеркальце. Должен открыться. А я пока открою инструкцию. Здесь у нас инструкция. В инструкцию входит. Так, это основной флакончик, в котором смешивается. Он ставится... Николь, давай мы покажем зрителям. Это флакончик, тоже, который вот сюда подставляется. Здесь леечка. Так, здесь в наборчике был... То есть сейчас он есть. Инструкция, как смешивать, какие смешивать ароматы, чтобы получился какой-то третий. Например, из двух получается третий аромат. Но поскольку у нас их нет, хотя вот здесь... такая книжечка, которую ты можешь сам придумать свой аромат и записать его здесь. Это будет твой эксклюзивный аромат. Нишевая парфюмерия называется. Так, у нас еще даже есть палочки, чтобы мы могли эти палочки на них брызгать, нюхать, предлагать, возможно, каким-то даже покупателям. Так, наша куколка вот здесь постоит пока. Она, кстати, куколка. Рассказываем, каким образом она действует, этот флакончик. Вот сюда будет вставляться капельница такая специальная, которая будет капать туда капельки, которые мы прежде смешаем. И крышечкой такой вот здесь у нее в ротике
маленькая дырочка. Малюсенькая. Малюсенькая. И вот таким вот нажатием оттуда должна вливаться парфюмированная водичка. И начнем будем пробовать, смешивать. Так. Папа, нам помоги, пожалуйста. Так, сейчас показываю. Ставится леечка. Вот леечка. Сейчас мы повернем тебе домик. Ничего Алиса не видит и очень переживает. Сейчас. Вот этот тюбик, в нем изначально вот в этой баночке смешивается. Так, ставим баночку сюда. Мы попробуем сейчас смешать вот эти два аромата. Ванилька, все знают, чем она пахнет. Ваниль. Это мороженка, это печеньки. В общем, очень сладенький такой ароматик, приятный. Вместе еще вот это. Бергамот. Что такое бергамот? Травка. Есть чай, есть, ну да, травка. Если, ну, чтобы деткам было понятно, есть такой чай, всем известный, с бергамотом. Вот вы можете вспомнить этот запах. Сейчас мы попробуем смешать ванильку с бергамотом. Выдавливай. Николь сейчас выдавливает бергамот. Умничка. Давай, мы сделаем один к одному. То есть напополам. Объем бергамота и объем ванильки. Так, это у нас вторая пипеточка. Давай, 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 давай. Закапывай. Ну, я думаю, пока достаточно. Давай попробуем. Так, закрывай, закручивай флакончик. Да, теперь Алиса будет капать ванильку. Понюхай. Давай, сейчас откроем. Я хочу. Давай. Оп, нажимай. Нажимай, нажимай. Ты моя умница, молодец, больше, тебя получилось. Больше, больше, давай. Ой, чуть-чуть приподними, а то у тебя там застряло. И воздух не пропускает. А давай еще. Итак, мы взбиваем флакончик. Интересно, что за запах? Перемешивается. Я уже слышу запах ванильки. Сейчас мы чуть-чуть добавим водички. Ой, как уже все пахнет. Тебе надо еще немножко, мне кажется, помешать. Да, сейчас мы помешаем, закроем. Дай, пожалуйста, свежую салфеточку. Так, и что мы теперь делаем? Мы сейчас нашу куколку подставляем. Николечка, давай, зайчонок, это делаем. Вытаскивай? Да, вытаскивай. Вставляй, да, пипеточку, эту капельницу сюда. И теперь... Блин. Все нормально. Она стоит. Умничка, держи ее ручками. А теперь аккуратно все это переливай. Все. Все, да. Я, правда, не знаю, какой там объем, но этого, наверное, будет достаточно. Сейчас, подожди. Все. Это мы закрываем. Давай остальные капельки я давай. Вытру. Давай. Кто? Теперь надо взболтать. Взболтай. Взболтай, зайка. Сейчас. Ну, как пахнет. Прям слышно, булькает там. Да. Лабораторию мы закрыли. И теперь будем тестировать на наших посетителях. У тебя есть палочка. Ой, бумажечка. И у тебя бумажечка тестерная. И сейчас мы берем наш флакончик. Очень красивый. Рыжая девочка. Как ее зовут? Кто напомнит? Я не помню. Алли. В общем, Алла. Если по-нашему Алла ее зовут. И сейчас так подставляем наши палочки. Сейчас покажем, если, конечно, будет видно, как оно распыляет. Ой! Надеюсь, забрызгалась. Теперь на мою. Теперь на твою. А, пахнет лимоном. Лимончиком? Это... В самом конце, как же сказать? Сейчас у нас будет... Небольшим цветком. Первые нотки. Ой, вторые нотки. Как всегда, духи раскрываются в трех нотах. Это первые нотки, середина сердцевина духов. И остальное, это то, что уже остается, основные базовые запахи. Вот они самые главные. И по такому принципу нужно покупать и выбирать духи. Мама, не сразу, сначала их побрызгать на тестерные бумажечки. Мама, открой дома. Пахнет лимончиком. Давай. Обрызнуть на тестерные бумажечки. Я помню, мне. Немножко проветрить. Понюхать. Я хочу на... Смотрите, как духи нужно правильно нюхать. Вы палочку держите и просто воздух, поток воздуха теперь мажете на себя. Можно? Но если тебе понравилось, давай. И с духами нужно, как правило, провести, наверное, где-то около суток и понять, если этот запах вам... Вас не раздражает, а наоборот придает вам настроение, веселье какое-то, радость. Вы купаетесь в этом аромате. Тогда это ваш аромат, и вы можете его смело себе покупать. Мы смешивали напополам ваниль, бергамот. Пахнет вкусно. И одна вторая от этой части белого мха. Вот такой вот аромат. Три ингредиента. И потом мы в конце дня посмотрим все-таки...
что из этого всего останется, как наши девочки будут себя чувствовать. Девочки, ну вы на самом деле пахнете очень вкусно. Да, очень интересный запах такой получается, Смеша. Кажется, лимон, да? Я сейчас слышу первым делом бергамот. Он, да, он пахнет как лимонник. Есть такое. И немножко такая резкость от белого мха. Но мне кажется, они как раз улетучатся, эти первые запахи, и останется очень нежный запах ванили. Наши духи готовы. Как мы их назовем? Оленина. 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 Подожди, давайте нормальное название какое-то, например. Привет, весна. Привет. Привет, весна, например. Привет, как-то так. Сердце. Хорошо, сердце, да. Итак, мы придумали свои новые духи. Как мы их теперь назовем? Сердце. Сердце? Хорошо. Сердце. Мы назовем это... Любимое сердце. Любимое сердце. Значит, этот запах, когда ты будешь этот запах на себя брызгать, ты будешь вспоминать о своем любимом человеке. Всегда он будет тебе напоминать о своем любимом человеке. Итак, все у нас готово. Чемоданчик готов. Духи внутри. Тестерные бумажечки у нас приготовлены. И что мы идем делать? Мы идем, делать, как все представители любой косметической фирмы. Макать! Мы в данном случае представители парфюмерной макать! Фирмы Алла. Идем представлять новые нишевые духи. Любимое сердце. Да. И всем пока! Пока! Пока!